В начале года в вузах по всей стране проходят традиционные лекции от Сбера. Руководители отделений банка общаются со студентами на актуальные сейчас темы – цифровизация и эмоциональный интеллект. Накануне в Барнауле о развитии технологий говорили со студентами классического университета. В зале будущие экономисты и географы, но такие лекции интересны и полезны студентам любого факультета, причем не только с профориентационной точки зрения. Практика на предприятиях – это одно, но с массой новых технологий знакомить студентов нужно разными способами, уверен ректор. Нам нужно постоянно включать в образовательный процесс какие-то встречи с флагманами, ведущими институтами, вот, которые как раз на острие изменяющихся технологий. В любом случае мы должны вырывать из привычной среды студента и его, ну, скажем так, погружать в новую модель мышления. Поэтому несколько раз в год мы это делаем. Где-то по журналистике, где-то вот с финансистами, где-то мы можем сказать, с предпринимателями. Лекции предполагают не только монолог. Представители Сбера, рассказывая о цифровом мире, задают слушателям вопросы. Студенты активно включаются в процесс. Сегодня речь шла об использовании цифровых достижений в самых разных сферах. К примеру, медицине и сельском хозяйстве. Важно поделиться со студентами знаниями, опытом. Те знания, которые мы даем нашим клиентам, в данном случае студентам, они могут быть применены в любых сферах жизни, начиная от образовательного процесса, заканчивая их будущей работой в каких-то крупных корпорациях или создание своего бизнеса. Благодаря таким лекциям сложные темы становятся студентам более понятны. А чем лучше они будут разбираться в современных технологиях, эмоциональном интеллекте, тем успешнее в профессии они могут стать. Да и в жизни такие знания точно пригодятся. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.